Травы сводят этих, блядь, слизней, шахты на боссе. Все встаем под босса. И просто бьем. Когда схожу, разбегаемся во все стороны. Главное, не в лужу. Эх, это кто-то не отключает микрофон. Так, Арчи, давай погнали. Так, куляй. Главное, ничего не диспелить, ребята. Забирай большого. Тарамису из лучших ходи. Большого забирай. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Один, зайди под босса. Зайди под босса. Зайди, пожалуйста, с маленькими слизнями. Все стоят под боссом. Большого забирай. Забери, забери. Большого забери. Забери, забери. Настя, киль. Да. Большого больше не забираешь. Это было сильно, ТМК ему не дал. Чего? Чего? ТМК Паше не дал. Ну да. Слишком далеко. Я вообще прошу, чтобы у нас маг трик давал МК по кому-то другому. Вот можешь по Элиму дать, будет хорошо. Хорошо.
Давайте full rebuff. Рэп поставлю. Добрый вечер, ребят. Колян, мы целка. Так, начинает Шакондра. Термису на подхвате по 5-8 стаков. Смотрите, как пройдет. Дальше. РДД зона. Когда будут первые споры, не сбегаемся. Просто стоим, бьем, дается гера с пула. Вторые и последующие споры все сносим в мили зону к танкам. Подошли, встали во фрейм босса. Получили... Стаки, вышли на свои места, рейндж 10 набираем. Давайте, погнали. Геру даем. О. Стоим, бьем. Сошлись в мили. Все в мили сошлись. Может, две споры не надо? Нормально, надо. Вышли. Сошлись. Сошлись, получили еще дебаф. Разошлись. Набрали рейн. Больше пока не сходим. Прохильте, Аноха. Даем покаяние. Давай, спокойствие, как там, значит, покаяние, спокойствие, только. Все, Вов, собрались уже, да? Да. Стоим, бьем. Пойду, поищу себе. Пожалуйста, не мешайте, пока в рейде. Сошлись. Сошлись, получили дебаф. Стаут, не паш. Понятно, разошлись. Рейндж набрали. Все, больше не сходимся. Добиваем. Хилы потеем.
Молодцы. Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько... Кто пойдет убиваться? Я его даже чувствую. Давай скажу. Стойте все здесь. Стой, Шакондра, выйди назад. Я смотрю, не бойся. Спасибо. Так, ребят, предлагаю 5-минутный перекур, потому что сейчас уже идем. Там рассказываю тактику. Убиваем его.
Какая тактика на этих самых на копьях? Нужно как можно больше вагонеток доставить красненькими, да? К своим этим. Лимошка, да. Сори. Ну, смотри, получается, когда они идут под контролем твоей фракции, то вы получаете очки. Когда они доходят, вы получаете там 100 или 200. Все, понял, сори, как целка ваша? А, у нас перерыв. А сколько вы убили? На профи. А до профи дошли? Нет, прям перед профом сделали, да, перерыв. Че, шею падал, сука? А шея вроде не падала. Сейчас я линкану тебе, че упала, сука. Так, Термис, вот ты у... А, Шах, ты же умеешь потом в Абаме сидеть? Я все умею. Все, значит, ты в Абаме будешь сидеть, Термису у нас будет на бой. О, круто, почилить могу. Ой, дай, пожалуйста, мне лидера, я метки раскидаю, и тебе отдам сразу. Да не отдавай, зачем мне лидер? Чего у меня метки с собакой не скидать? Не могу раскидать. Ладно, Войд, я тебе сейчас отдаю рыло, ставишь метки, я тебе покажу куда. Смотри, вот сюда меточку ставь. У меня они серенькие, у тебя тоже серенькие были, да? Да, да, да. Сейчас релогнусь, проверю еще раз. Да, глюк какой-то тоже произошел. Не все, я не умею это способ. Мне вот, допустим, проще носить. Мне это все как-то не объясняли. Как у тебя там дела? Релогнулся? Угу. Вот сюда вот, метку одну. А ты ее видишь, зеленую? Не. Как так? Очень теперь знаю. Мне и не надо. Остальные видят? Ну все. Здесь одна метка. Вот сюда вторая метка. Поставил? Все хорошо. Милики, встаем таким образом, чтобы босс увал у вас был перед лицом, а сзади вас были РДД. Когда выходит зеленый слизень, начинаете бить зеленого слизня и идете перед ним, чтобы били его в лицо. РДД стоят в одной точке в тот момент, когда выйдет зеленый. Если сюда упала лужа, отошли чуть назад, либо вправо. Смотрите, куда будет удобнее. Главное стоять в одной кучке, заливаем зеленого, все прожимки на него отдаем. Залили быстренько, бьем дальше босса. Когда выходит красный слизень, переключились красного слизня, кого выбрал красный слизень, бежим по
по кругу, который вот он в центре. Вот таким образом. Через миль-зону. Вот таким образом бежим. Видите, как маг бежит иногда. По вот этому кругу. Когда к миликам подходим, милики светятся в красного слизня. Залили красного, бьем дальше босса. Танк. Первая фаза. Бьешь в этой метке, развернув его от рейда, спиной к рейду. Стоишь, бьешь. Мужу кинет под тебя. Отойдешь в сторонку, бьешь здесь. Потом снова вернешься сюда. На второй фазе тебя несу. Как колба начнет выкидывать, вот сюда его уведешь. Колба здесь скинул, вернулся обратно. Стоишь, его здесь танкуешь. Третья фаза. Начинаем бить возле стола и потихоньку по стеночке ведешь его. Скинул лужи, отвел. Скинул колбы, отвел. Милики на третьей фазе идут перед мордой босса, бьют босса в морду. РДД идем параллельно с боссом на расстоянии метров 15, чтобы видеть пельмени. На второй фазе пельмени не ловим. Отходим от пельменей. Кто поймает пельмени, того будет порезан каст. Перед пулом РДД в метке никто не стоит, чтобы лужу скинули не в метку. В принципе, все, что нужно знать на этом боссе. Все поняли? Я пока не могу использовать эту способность. Не отвалился, а наливался. Я понял. РДД встали, милики могут стоять сразу в метке для мили, а ждать там, пока приведут босса. МП-5 попросту дайте. Шах, пей. Пей шах. Выпил? Шах, ёб твою мать, сказал пей. Стоп. РДД отошли в метку. Дайте омоложение, пожалуйста, по обаме. Выходит зеленый, приготовились. В зеленого свечнулись. Рейд прохилили. Допиваем лужу, шах. Тогда мы встали все вместе. Красный выходит. Свечнулись. Перевели. Ничего страшного. Приготовься еще раз плюнуть в него. Плюй. Побежала Настя. Беги, 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 Настя. Пельмень летит. Так, да, отошли. Играем в босса. Колбы. Милики отошли. Куда ты его уводишь? Подошел, слив. Пельмень летит. Зеленые выходят. Дайте омоложение по обаме. Омоложение дайте по обаме. Зеленого свечнулись. Засейвили цель.
одолели зеленого. Терминлики. Профа играем. Красный выходит. Свичнулись красного. Пельмень. Ну или ты уже бьем красного. Омоложение по обоим дайте. Бьем профа. РБД встали вверх. Отошли РБД. Пельмень. Да, схватила. Засейвил. Забираем. Засейвили нет? Отсошли милики. Засейвили. Ложимся. Этот. Сейчас скажу пару слов. Тирамису босса в колбах не ставь. Люди с красным, идите сразу к боссу, потому что милики должны дамажить босса, так мы не перейдем по ДПСу. Могу спекнуться в танка, посидеть в кукле, а Шаконда спекнется в ДД и даст больше мне ДПС. Как вам такое? Тирамису спекнется в ДД, Шаконда будет на боссе. Можно так. И Настя, Киоки, когда зеленый, ну, выбирает цель, там, либо вы с зеленым и человеку танк, который стоит поближе к месту, куда вас откидывает, просто не беги на зеленого, потому что он быстрее выберет тебя в цель, до тебя быстрее дойдет и быстрее рейд упадет. Ну, типа, если он будет быстро цели менять и взрываться, он просто убьет, вы не сможете отхилить. Ну, на зеленого нельзя бежать, он когда цель меняет, надо отбегать сразу. Ну вот, тормоз. Я чего не могу понять, я не могу зайти. Все зашли или что? Нет, потому что я еще не могу. Спасибо. Давайте бежим. Мак, дай, пожалуйста, МК по шаману. Я тебе дам МК, не переживай. Спасибо. Че, я в танке, да? Да. Так, ты на боссе. Пол бы не слабый, только отводи сразу. Как только эксперимент начинается, сразу вводи. Хотя тебе что объяснять? Ты умеешь. Тирамису в ДД. Медики, одна просьба. Смотрите, когда мы бьем красного, не переводите босса, пожалуйста. Унахана, ты старайся экономить ману. Тут не сильно пробивает, в конце концов. Не, ну, проси, конечно, друидов. Напишешь, да, я в голос сразу придам.
Я их поставлю. Все, дадут танки мне исходную. Так, Шакондра, давай сразу. Подойди ближе сюда, да, 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 только сюда подойди. Так, 3 секунды будет, вот, пей. Давай. Шаг, ты на боссе. Блин. Ну ладно. Вот, видишь. Ну, заебись. Ложимся. Можно уже. Блять, я же, сука, говорил. Шах на бойсе, войд в лобане. Что, блять, непонятного было? Скажите мне, пожалуйста. Я услышал, что я в лобане. Стоп, хил. Обаму здесь появится? Настя, скидывай диван с себя. Я с вами. И прессуй всех. Настя, скинь с себя диван, найди у себя. Вот, давай, ресурсы. Поднимай тех, кто умеет ресурсить это. Сталтона это. Нохана. Вой, ты в Обаму садишься. Я знаю. Ну? Почему-то он ее выпил. Так, прослакал, потому что не послушал. Второй покушаем. Так, ты на боссе. Прием, как слышишь? Понял, понял. Да понял я. Приготовились. Встали на исходные позиции. Отметка, отойдите сразу оттуда. Вот ты. Гуляй. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штат чумы, которая уничтожит весь Азерот. Нет, Кордо, да, встали все. Омоложение по Абане. Зеленый выходит. Зеленого свечнулись. Играем зеленого быстренько. Подошли за сей.
Там, где он? Переводите. А, нет, не успеете. Стоп, туда. Стоп, ДПС. Стоп, ДПС. Стоп, ДПС по боссу. Красный выходит. Тикает, блядь. Красного у вас лично ли? Давайте играем. Колба аккуратнее. Колб еще нет. Рейд прохиливаем. Переводим. Все, молодцы. Okay. Надо туда в метку. Пельмень, пельмень. Все словили пельмень, молодцы. Я не словил. Колбы. Мелики отошли, мелики отошли. Зеленый выходит. Зеленого слышно, пельмень летит. Засейвили. Рейд прохилили. Подошли. Все. Займем босса. Пельмень. Красный выходит. Блин. Побежала Настя. Настя, беги! Настя, блядь, не... Ну, прости. Я виновата. Настя, была бы ты рядом, я бы тебя уже по попой шлепнул. Угу, я верю. Я, конечно, скорблю, что ты не рядом. Ну, простите, что мой косяк. Всегда беги вот на профессора, на босса. Что, Паша? Что? Сегодня я максимально спокоен. Да, ты бы видел его вчера. Да Паша, наверное, соскучился просто.
Спасибо. Ретку ставлю. Кушаем. Максимальная концентрация, ребят. У нас всего хватает. И прохилы, и ДПСа. То самое чувство, когда рейд на сорке 420 тысяч и вайп на профи из-за того, что люди слизни не бьют. Топ ДПС. Не слышно. Ну, к сожалению. Смотри, кто к гильдии присоединяется, Ломруа. Знакомый ник. Приготовились. Давай, отсчет. Начинай пить. Так, гуляй. Омоложение по обаме. Зеленый выходит. Свичнулись. Засейвили. Бьем профа, переводим. Стоп ДПС. Все. Готовься плевать сейчас. После этого. После перевода. Плюнул. Найду. Мелики. Свичнулись. Пельмень. Молодцы. Скинул колбы. Вернулись. Пельмень. Зеленый выходит. Свечную зеленого быстренько. Отошли из лужи. Пельмень. Сейчас отбросят нормально. Засейвили. Скаут у нас. Прохиливаем рейд. Раз. Не выходит. Раз не выходит. Плюй. Пельмень летит. Давай, бьем красного. Тирамису, как? Так. Настя, бьёшь тирамису? Зеленый выходит. Встали в один фрейм, в магах встали все. РДД в магах все встали.
Шибись, завалился. Рамису прохилили. Пельмень. Выходит слизень зеленый. Отошли из лужи. Из лужи вышли. Зеленого свичнулись. За... За все. Продолжаем бить. Быстренько, быстренько. Доливаем. Молодцы. Залили бомбу. Выходит красный. Приготовились. Пельмень. Отошли. Красного свичнулись. Милитис переключились. Милизона. Красного играем милики. Кто один из миликов не играет? Процент перефаза. Все, перефаза. Сейчас приготовились. Первый танкует нас Шакондра. Да, ему. Милики бьем в лицо. Погнали Геру. Все, бьем. Пельмени не ловим. Колба под нас подбежала, отошли из сторонки. Настя, дай, пожалуйста, Инер помогу, братов. Пельмень. На 500 меняемся там. Окей. Колба. Пельмень. Так, танки сменились? Шах. Угу. Сколько страков на первом, на втором танке? Три. Бьем, 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 бьем. Давайте, давайте, давайте. РДД, подойдите ближе, в морду босса встаньте. Пельмень на вас летит. Давайте. ГЦ. Похоже, у меня ничего не выйдет. ГЦ, народ. Че, профу убили? ГЦ, поздравляю вас, молодцы. Это ачивка, а вот вижу. Молодцы. Молодцы, взломан открыли себе. Слушайте, вопрос, мы там убили, сейчас расслабились. Этот, ссылка 25 будете собирать, тебя испугали? Да. Да? Так вон, да. РТ стоит через полчаса. Нет, я просто уточню. Будет РТ. ГЦ, блин, кому открыли Зуламан? Хвалите. Настя Киоки. Киоки, Ухонаха, Тирамису, тоже хорошо. Да. Привет, Леша. Здравствуй, здравствуй. Круто, еще... да? С третьего раза убили, все нормально. Молодцы. Кто был, кто бил? А нам помог старый друг. Помог. Друг другом, я имею в виду, кто бил, кто был РДДшники, миликов сколько было? Получается, три РДД было, это был ШП, Вельсбрук, Стаутон, Элем, и Вова на Аркане. Еще Файерман был. Нормально. А, и Файерман. Файер, сколько Файер дал? 6,5. Нормально на профи.
Ну да, понятно, тут я вижу, один затянул всю пачку. Да. Ты про кого? А вон Салтан и Роуд. Паша. Паша. А, ну да, 10-8 ДПС. Они затянули это дело. Блин, ну, позволь. Как, кстати говоря. Молодцы, хорошо.